Сразу считаемся. А потом поездка. Какие люди? Нашел фотки? Нет. Ищи. Нет. Да, еще немножко, еще чуть-чуть. О, почти не конец. Это только начало. Правильно, а куда торопиться? Тут все раскопали. Что же это? Что ж ты, брат? Что ж ты, брат, стоишь? Давай! А где хвост? А хрен их знает. Я даже не знаю, куда все поехали вообще. Хорошо, там люди подсказали. Прямо-прямо. Все время прямо, да? Так, ну и кто там у нас? Кто-то едет. А ну-ка врежем рог в этой дыре. Это врубач. Там он какой-то. Я
Я так понимаю, до хвоста еще далеко. Да, там народ никуда не торопится. Аккуратно, не падай, только не падай. Я надеюсь, это не снял. Удаляй. Нет? Все запротоколировано. Ты как, нормально? Да. Прости, я тебя не... Да нет, заживет. Что там? Сколько же вас там еще? У нас еще пятеро. Ну, может, пока не въехал. Салют! Ключи на 5 подарков. Темный ящик, типа. Как же там сказал мама? О, ни хера себе. Я понял, почему пробка. Ночевать здесь, на деревьях. Поворачивай. Мы начали. Вон там дамы впереди. Да? Да, тут что-то выпекает. Я себе состоюсь. Может, они и были в самом переду? Ну, такие все, бля, не идем, бомбу тебя, пошли. А тут же, на самом деле, обычно так и бывает. Что, выращиваем? Куда в шахту пойдет? Ну, такие же. Искаться, блядь. Видимо, уже в ней. Давайте вот реально развернемся и быстрее пойдем. Вот этим вот темпом, как на границе, блядь. О, это Пэт, судя по звуку. Там будет много безумных мелодий. Давайте все куда ждем. Я постараюсь. Я все уже знаю, где мы еще. Что-то я тебя больше не верю. Ты был спереди. Под Зеленоградку еще поскорее. За голову Зеленоградку, потому что там не всем хватает. А мы Зеленоградки сами, но и за мной. Ребят, с одной стороны, я бы один с удовольствием сейчас подумал, с другой стороны, блин, я бы.